Так, это двигатель 3 SFE. Вот это вот полноприводная коробка от него стоит. Так, вот такие вот цифры здесь есть. Так, коробка выглядит сверху вот так вот. Здесь я трехконтактный. Здесь обратите внимание, сколько у вас контактов, потому что может этот датчик быть разным. У кого-то 3 контакта, у кого-то 2 контакта. У кого-то и вовсе нету этого датчика, по-другому все стоит. Поэтому коробка будет продаваться без раздатки. Раздатку мы будем снимать, она продается отдельно. Перед установкой коробки необходимо заменить все сальники и так далее.